Уважаемые участники форума, дамы и господа, сегодня в Астане проходит традиционный форум «Астана Инвест». Я рад приветствовать участников, делегатов этого форума. Сегодня вы видите в Астане очень насыщенные дни. Вчера прошел достаточно серьезный, уже стал традицией в Астане Астанинский экономический форум. Все вы были его участниками. Ну, по крайней мере, большинство из вас были участниками вчерашнего форума. В Астане появилась на самом деле диалоговая площадка, на котором обсуждаются все вопросы жизни общества. В первую очередь это касается, конечно же, экономик государств. Те рекомендации, которые выработали участники Астанинского экономического форума, конечно же, они будут доведены до многих государств, участники которого приехали из более чем 70 стран мира. Я хотел бы пожелать сегодняшнему форуму успешной, плодотворной работы. Астана, являясь молодой столицей Республики Казахстан, стала на самом деле олицетворением прогресса и динамичных изменений современного Казахстана, который придал мощный импульс экономическому развитию всей нашей страны. Благодаря поддержке главы государства город стал крупным политическим и экономическим центром страны, а также центром важнейших международных событий в регионе. Экономический, деловой, человеческий потенциал Астаны открывает значительные перспективы для инвестиций, создания перспективных производств, развития сферы интеллектуальных услуг. Удобное географическое расположение в центре Евразии позволяет использовать большие коммуникационные возможности столицы. С переносом столицы в Астану численность города увеличилась втрое и составляет сегодня около 700 тысяч человек, что свидетельствует о большом потенциале демографической и потребительской емкости Астаны. Поэтому важно максимально использовать имеющиеся экономические возможности столицы. В целом, Астана имеет все предпосылки стать локомотивом экономической модернизации, внедрения самых передовых технологий в стране. В последние годы в стране предприняты системные шаги по улучшению деловой среды, поддержке предпринимательства и созданию благоприятного инвестиционного климата. В частности, созданы благоприятные фискальные условия для реализации бизнес-инициатив. Систематизируется и оптимизируется разрешительная система. В текущем году приняты конкретные и практические шаги по оптимизации налогового администрирования. Наша страна характеризуется наиболее инвестиционно привлекательной в регионе. За прошедшие годы в страну привлечено более 170 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. И Казахстан по объему накопленных привлеченных инвестиций занимает в регионе первое место, опережая многие страны. Поддержка конкретных бизнес-инициатив, дальнейшее улучшение делового климата, расширение государственного партнерства является приоритетным направлением работы нашего правительства. Мы открыты и готовы рассмотреть любые деловые инициативы и предложения со стороны бизнес-сообщества. Говоря о перспективных развитиях Астаны, хотел бы отметить, что Астана формируется по концепции города будущего, основанная на умных решениях и смарт-технологиях. Развитие Астаны рассматривается как перспективная зона агломерационного развития с вовлечением в нее в перспективе промышленной Караганды и Щучинско-Боровской курортной зоны. В целом, астанинская агломерация имеет значительный потенциал становления в качестве международного центра конкурентоспособной продукции и услуг, образовательных, медицинских, туристических, инновационных и других. В этой связи столице нужны современные технологии. Они должны быть направлены прежде всего на энергосбережение, развитие зеленой экономики и трансфер современных технологических решений. Как вы знаете, в 2017 году в Астане пройдет международная выставка «Экспо-2017», тематикой которого определено развитие энергетики будущего.
Ожидается, что участие в выставке примут ведущие компании 100 стран мира, посетят выставку миллионы человек. Безусловно, проведение данной выставки будет способствовать значительному притоку инвестиций, реализации новых масштабных проектов и новых экологически чистых производств. В настоящее время начата большая работа по формированию второго этапа индустриально-инновационной модернизации нашей страны. Реализация первого этапа уже позволила создать в Астане и в стране в целом большой спектр новых предприятий и производств. И бизнесу в этом отводится ключевая роль. Мы приглашаем всех желающих предпринимателей, инвесторов к взаимодействию и тесному сотрудничеству. Поэтому, приветствуя проведение столь важного форума «Астана Инвест», мы приглашаем новых инвесторов с новыми технологиями, с новыми инициативами в нашу столицу. Столица стала эффективной площадкой для диалога, как я уже говорил, налаживания деловых контактов между бизнес-сообществом, инвесторами и учеными. Уверен, что на сегодняшнем форуме налажены будут деловые связи, приняты важные инвестиционные решения, появятся перспективные идеи и проекты, направленные на модернизацию и экономическое развитие столицы Астаны. Желаю всем плодотворной работы, конструктивного диалога, творческих решений и смелых решений. Спасибо.